Носогубные складки я всегда делаю выбираю самую глубокую точку, самая глубокая, вот она. Но я колю капельку выше, вот буквально прям граммулечку выше поднимаюсь, потому что когда мы колем прямо, все равно филлер, он будет распределяться. Нам нужно, чтобы он немножечко выше распределялся, потому что мимикой он опустится. Для этого мы должны капельку выше уколоть. У основания крыла носа, строго надкосно, с аспирационной пробой. Закрывайте глазки, чтобы я вам не мельтешила. И делаем вдох. Встали надкосно, берем аспирационную пробу. Нам чистенько там. Начинаем колоть. Я пальчиком сверху также прижимаю, чтобы филлер не потек вверх. И колю половину того, что у нас есть. Сюда я, бывает, могу за одну процедуру уколоть 0,5. Неприятненькая, да, процедура? Терпимо. Отлично. И вот как у нас корректируется носогубная складка. Не знаю, где видно, что будет. Так, надо светло. Не видно, да? И вторую сторону. Шприц мы держим 90 градусов. Делаем вдох. Отлично. Берем аспирацию. Выдыхаем. Как-то увидел в оком зрении, что он падает. Вчера натренировались. Я пальцем не докажу. Здесь у нас все чистенько, все проверили. Можем начинать колоть. Также ставлю пальчик вверху. Готов. Умничка, умничка. Да.